Эта улица названа в честь героя Советского Союза Валерии Гнаровской. Ей было всего 17, когда началась Великая Отечественная. Вместе с родителями девушка жила в Ленинградской области, откуда и была эвакуирована в Бердюжский район. Валерия устроилась телефонисткой и параллельно обивала порог военкомата с просьбой отправить ее на фронт. Весной 42-го вчерашняя школьница добилась зачисления в 229-ю стрелковую дивизию. Закончила курсы медсестер, а дальше – Сталинград. И десятки раненых, вынесенных с поля боя, которые ласково называли Валерию «Ласточкой». Звание героя и подвиг она совершила уже в составе другой 244-й дивизии при освобождении Украины. Только за один бой она вынесла 47 раненых бойцов и командиров, да еще с оружием. 23 сентября 1943-го под совхозом Иваненково два немецких «Тигра» прорвали оборону и устремились в сторону перевязочного пункта. Спасая раненых, Валя «Ласточка» со связкой гранат бросилась под танк и ценой своей жизни остановила «Тигр». Второй был подбит подоспевшими красноармейцами. Она бы никогда не получила это высокое звание, потому что, ну и что, ну, спасла раненых. Их было десятки, если не сотни тысяч. Как отметить? Поэтому пошли на такой, ну, нажали на перо. И в наградном листе написали о том, что она бросилась под танк, спасая штаб полка. То есть у нас тогда были идеологические символы. Валерию Осиповну похоронили на Украине. В честь нее назвали спасенное село, а в память об отважном санинструкторе в Тюмени появилась улица, которая с высоты птичьего полета напоминает силуэт ласточки.